В минувшую субботу, когда Екатеринбург высотными темпами избавлялся от советского архитектурного наследия, спасатели совы тоже потрудились на Неве избавления. При этом им даже не пришлось покидать свою базу. Работу доставил прямо на дом, точнее в офис или, если хотите, в гнездо совы, счастливый отец, чей сын подросток дорос до взрослых игрушек и заигрался, то есть практически был поглощен игрой, она его затянула, сковала по рукам и только по рукам. В общем, попали ему в руки наручники, а потом он сам в наручники попал. Защелкнулся я! Ну, откройте замок! Замков никогда не видели! Взял папаша сынка под белые наручники и привез прямо в службу спасения. Нате, спасайте. Специалисты сразу определили, что ручные кандалы неуставные. Не те, что на вооружении полиции. Но, тем не менее, не из детских игрушек и не из пластмассы, и замки вполне крепкие. В общем, отмычкой пришлось поработать по-взрослому. Браслеты в итоге сдались, как и предчувствовал классик. Оковы тяжкие, говорит, падут, темницы рухнут, и свобода. И на прощание взрослые дяди выдали молодому бесплатный лайфхак. Спасибо. Держи. Выкини их сразу.